5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд топовой базы Zifty. Если это, опять же, та база, она не изменилась. Тут должно быть очень много кормушек для лошадей. Если... Блин, я еще появился не там, где надо. Тут ничего нету. В общем, для этой базы понадобится одна C4. И я взял 8... железных топоров. Не знаю, хватит мне этого или нет. Если что, потом с базы еще возьму. Так, надо ехать в другую сторону. Видите, сколько кормушек тут. Это жесть. Вся база ими утыкана просто. Нам надо ехать вот сюда. Вот здесь я припаркуюсь. И вот здесь будем ломать, получается... Вернее, взрывать четвертую стену. Раз, два, три, четыре. Начнем отсюда. Сначала надо сломать эту хрень и вот эту вот взорвать. Такс, готово. В общем, здесь я взорвал эту четвертую стену. Здесь открыл раз, два, три, четыре, пять и шесть ящиков. По-моему, еще вот этот надо сломать. Пока третью волну я не вызову. Да, вот так. Начнем отсюда. У нас калаш и два пистолета. Забираем. В этом ящике у нас 6 пистолетов и одна катана. Катану, кстати, тоже можно было бы забрать. Здесь у нас калаш, ВСС, дробовик, два разрушителя. И мне пока что хватит. Пока я заряжу сюда два калаша, ВСС и глоки пусть будут. Вот так вот. И можно спокойно идти умирать. Итак, в отличие от своего последнего рейда этой базы, сейчас я громилу троллить не буду. Я уже плюс-минус знаю, где находится то, что мне надо. Поэтому прямиком буду это открывать. Так, пистолет сюда, это сюда, аптечки сюда. Давайте заберем. Вот в этих ящиках, вот в этом желтом ящике, вот в этом желтом ящике, вот в этом желтом есть броня. Там смешанная зеленая, ну, военная, спецвойск, еще улучшенная второго уровня броня. Это вот это, если что, никто не понял. Вот это. То есть в ящиках смешана вот эта броня, вот такая броня и вот такая. Вот в этих трех ящиках. Раз, два, три. И здесь, по-моему, здесь также. Вот этот единственный пустой. Так, давайте пройдемся по ящикам. Что я еще забыл? Мачете вот заберу. Лопаты пока что заберу. Эмочка вот я тут. Три микросхемы, которые у меня украли. Но это мне неинтересно. Так, здесь вот еще лут. Надо это все быстренько положить. К тому же мне не получится, наверное, даже троллить громилу. Потому что я родился... У меня персонаж рождается очень далеко. Там, в районе пикапа. И бежать сюда вообще бесполезно. Так, что еще я не показывал? Здесь показал. Здесь еще три глока и самопал. Самопал я брать не буду. Здесь еще 6 глоков. Нормальный такой лутец. Но, здесь что было? Тут слитки и 18 боксита. Я его заберу, пожалуй. Слитки. Прикольно, конечно, но я вот лучше вот этот ящик открою. И потом пройдусь вот сюда. Покажу вам, что тут находится. 3, 4, 5, 6. Вот в этом ящике, вот в этом, около 100 аптечек, 100 бинтов и плюс там 200 или 300 спирта, если кому интересно. Я сейчас аптечки, бинты забирать не буду. Я открою вот этот ящик. Тут 4 пластины стальных и 6 стальных слитков. Но сначала мне надо как-то переодеться. Вот это все я мог бы заменить спокойно. Вопрос на что? Ладно, если я добегу вот до сюда, я открою, тут быстренько заберу. Так, хорошо. И попробую переодеться. Блин, вот этот, наверное, открою. А вот и броня.
Так, хорошо, давайте туда сгоняю, заберу слитки. Вот, 4 и 6, как я и говорил. И еще сбегаю вот сюда, вот. Давай, давай, давай. Вот так вот. В общем-то, все, что я хотел, я забрал. Да, плюс-минус. Теперь идем на базу смотреть, что получилось отсюда вынести с помощью одной С4. А, вот, собственно, весь лут, который я оттуда вынес. Это 23 глока, 2 мачете, 2 разрушителя катана, 2 калаша М-ка, дробовик ВСС, миниган, 2 лопаты, 10 стальных пластин, 60 бинтов и 18 боксита. Ну, можно было 60 аптечек вынести, мне бинты сейчас нужнее. Поэтому считаю, что этот рейд очень даже топовый. Ну и плюс броня, которая на мне находится. Вы видели, там брони очень много. Тот ящик, который открыл я, там большинство военной брони. Но если открыть остальные ящики, которые я говорил, там найдете еще пару синих сетов минимум. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.